капоэйра, всестилевое карате, кендо, кикбоксинг, киокушин, тхэквондо и другие единоборства были в полуторанедельной программе 15-х всероссийских юношеских игр боевых искусств. В дисциплине кикбоксинг участвовало свыше 700 спортсменов из разных регионов страны. В составе сборной Пермского края от Соликамска на ринг и татами выходили семеро ребят в разделах Full Contact, Light Contact и К1. В разделе Full Contact дошел до финала и победил Артем Собянин. Серебро у Кирилла Илюхина. В Light Contact и К1 также вторые места заняли Сергей Бугаков и Александр Сархащан. С бронзовыми медалями за бои в разделе К1 вернулись в Соликамск Максим Кибанов и Никита Томилин. Подготовили спортсменов Сергей Молчанов, Юлия Кузнецова и Иван Белозеров. Добавим, в общем зачете сборная Пермского края по кикбоксингу заняла третье место.